Ой-ой-ой-ой-ой. Привет. Фига себе. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Прикинь, Россия научилась делать офигенный конвектор. Смотри, это мечта любого повара. Лень — двигатель прогресса. Когда дома открываешь духовку, тебе сразу жар в лицо. А здесь не получится так. Здесь раз, чик, и сразу пар уйдет. Все, начинаем. Сегодня мы тестируем русские печки. Это не просто печь, это конвекционная печь и пароконвектомат. Я впервые ее вижу, я вам серьезно говорю. Поэтому буду честен. Погнали. Приготовим самое простое, но безумно вкусный рецепт. Это утиные ножки конфи. Первое. Что нужно сделать с утиными ножками? Соль. Нам понадобится килограмм соли на 200 утиных ножек. Конвекционная печь Абат и пароконвектомат Абат производятся АО «Чувашторгтехникой». Пока подготовим овощи. Ой, какая она плотная стала, утка прям. Помните, да, когда я ее так делал? А сейчас она прям плотненькая. Мы просушиваем бумажным полотенцем. Просушили. Растительное масло. Это профессиональный пароконвектомат. Очень удобный, компактный. Вы видели такое? Профессиональный пароконвектомат 220. Смотри, здесь можно вот так помыть его. Очень удобно будет. Смотри, я давно такого не видел, серьезно, это прям огромный плюс для них. Стекло и моешь. Мне прям нравится, я в восторге. Здесь есть щуп. Когда ты готовишь мясо, стейк рибай, ты можешь выставить, допустим, медиум 68 градусов. Ты вставляешь в мясо. То ты вставляешь вот сюда 68 градусов температуру этого щупа и закрываешь. Мне нужно 1,5 часа, 180 градусов. Я хочу проверить, на за сколько она наберет температуру, ту, которая мне нужна. 180. Погнали! Пока она набирает температуру, мы обжариваем ноги на коже. Прикинь, 5 минут, ровно 5 минут, красавчик. Мы добавим одну палку корицы. Бадьян, одна звездочка. Переворачиваем. И запиливаем. Оливки. Нам нужны именно стебли зелени. А вот эти ветки кладем. Чем крупнее они будут, тем проще нам будет их достать. Сейчас стебли кинзы тоже сюда. Смотри. А? Белое сухое вино. Душистый перец. Раз, два, три. Как только выпарили алкоголь, переливаем весь наш маринад. Мне очень нравится. Ты посмотри, какая фантастика. Всю эту красоту накрываем фольгой. Отправляем запекать. Запиливаем. 1,5 часа. Ждем. А пока у нас печется утка, я покажу вам, как испечь такие фантастические кексы с вишней. Жень, ты покажи, посмотри какой. Обязательно просейте муку, чтобы обогатить ее воздухом. 100 грамм сахара. 4 грамма разрыхлитель для теста.
щепотка бобов тонко, буквально щепотку, вот, это нужно перемешать. 2 яйца. Мне обожаю вот это. 100 грамм растительного масла. Перемешиваем. Обратите внимание на мое тесто, оно должно быть именно таким. Наглядно показываю, как достать кости быстро из вишни. Берем бутылку, трубочку. Восемьдесят грамм вишни, 2 столовые ложки муки. Если вы не перемешаете вишню с мукой, она может сбиться в один комок. Смотри, какая красота! Смотри, какие молодцы! Здесь тоже они сделали вот так, зеркало можно отодвину. Здесь 3 зеркала. 1, 2. Это 3-е жаропрочное. Легко мыть, автоматическая мойка моет внутри, да? А здесь, где стекла, нужно всегда протирать. Я рад, что наши научились делать качественно. Офигенно! Тройное жаропрочное остекление, тройное стекло я помыл за 1,5 минуты. Я-то горячий парень, понятное дело, но за сколько разогреется она, мы сейчас проверим. Нам нужна температура 185 градусов. Время нам нужно 15 минут. Поехали. градусов он набрал тоже за 5 минут. Запиливаем наши вишневые кексы. Конвекционная печь Абат и пароконвектомат Абат производятся АО «Чувашторгтехникой». Молодцы! Наша утка 1,5 часа отстояла. Евгений, покажи, пожалуйста, эту фантастику. Смотри, как она отслаивается. Это такой космос! Нереальная штука. Я хотел сказать, что я молодец, но, по-моему, справилась печка. Она молодец. Блин, как же круто. Это соус реально вкусный. Повторяй, это реально просто и безумно вкусно. Мои красавцы, мои кексы. Смотри, какие, смотри. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, смотри, какие кексы. Смотри. На 15 минут запекается. И безумно вкусно. Пробуйте. Поехали. Продюсер говорит, а что не попробовал, как же она разламывается. Смотри. Это самая вкусная утка, которую вы когда-либо ели. А я уже не пробую, я уже просто ем. Фантастика! Бери, ешь!